День добрых дел. Когда Илье исполнилось 1,5 года, его родители не на шутку забеспокоились. Мальчик стал без причины плакать, кричать. У него не получалось делать то, что уже умеют его сверстники. Вскоре начались походы по специалистам, которые поставили малышу диагноз – аутизм. «Смиритесь и ни на что не надейтесь. Лучше не будет», – сказали врачи маме и папе. Когда они оправились от шока, то начали действовать, начали учиться жить по-новому и нашли верных помощников – педагогов Центра поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Илюша посещает центр 3-й год. Здесь он чувствует себя в безопасности. Педагоги, одногруппники и их родители стали ему родными. Мама мальчика тоже за это время окрепла духом. Теперь ей не надо смущаться, объяснять окружающим, почему ее ребенок не такой, как все. Илья, как и все мальчишки, любит машинки. А еще обожает карусели, шоколад, печенье, мультики, эскалатор и свою сестренку Аню. Ему очень нравится куда-нибудь ехать на машине или автобусе. Конечно, мальчику многое дается нелегко. У него проблемы с координацией и мелкой моторикой. Он с трудом привыкает к изменениям и новым людям. Впереди у Ильи школа. Сейчас он занимается в подготовительной группе и делает большие успехи. Но без нашей помощи Илюше и другим ребятам, занимающимся в центре «Дорогой добра», не справится. На работу центра в течение 1 года требуется 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 1/10 необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте смс с таким текстом: слово «ступени», пробел и сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.